И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас лабиринт, все просили, чтобы я записал на этой карте. Почему вы мне это пишете, я не знаю. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы идем вовнутрь. Давайте я так вкратце полечу немножко вверх и покажу, какой лабиринт. Лабиринт довольно-таки немаленький. Наша цель добраться до вот той башни. Ребята, можем, наверное, использовать оружку, да? Только не очень мощную такую. Но главное, наверное, повыживать все-таки. Подождите, я уже не Дима, помню. Сразу предупреждаю, тут некоторые тпхают. Некоторые SCP-шки? Да. А мне это нравится. Там есть, короче, SCP, который это такой, знаешь, с него льется черная моча такая вот. Он телепортируется. Вот я его вижу! Вот они! Только сказал... А! Блин, они классные, вот эти SCP. Ребята, до новый пак. В следующей серии мы, наверное, сделаем на него обзор. Если вы хотите, ставьте плюсик или пишите в комментариях. Мы обязательно запилим. Так вот, слышите, такие звуки уже стрёмные. Это значит, они рядом. Вот смотрите, черная, видите, лужа от них остается. Это что, он меня спалил, что ли? Нет. Да. Нет, это он его спалил. Сзади, сзади! Наказываю его! Ё-моё, не... А, блин, я не успел стрельнуть! Блин, они реально крутые! А теперь я не боюсь их. Кстати, где черные пятна, тут мы уже ходили. Так, наша цель добраться до башни, которая находится в углу лабиринта. Но я что-то не знаю, как туда дойти. Это какой-то кусок лабиринта тупиковый. Так, давайте с этой стороны зайдем. Такс. Я слышу, они по всей карте какие-то звуки конченые издают. Пацанов не вижу, хотя нас играет очень много человек. Так, отлично, я приближаюсь. Так, подождите, а тут я был? Во-во-во, отлично, я уже рядом. Так, сюда нельзя. Это вообще что это красное пятно делает? Ничего не делает. Пацаны, а вы где? А, во, я нашел какую-то штуковину, башню. Отлично, и тут стекло. Я могу теперь по мосту перебираться. Так, я вижу пацанов. Какой-то звук такой, как будто они меня спалили и где-то рядом ходят. Других из цепишек я не вижу. Вот эти самые такие топовые. Сейчас, короче, ребята, будем добираться вглубь. Так, теперь надо нам на ту сторону, на ту башню. Давайте, чтобы было интереснее, по мосту пройдем. Сейчас мы спрыгнем туда к ним. Так, идем, палим. Классно, классно. Заполонили, короче, весь лабиринт. Чё, думал, они где-то вылазят, а... Они нигде не вылазят. А, вылазят, но они снизу. Вот они, пацаны, тут! Мочите их шарами! Ай-яй-яй! Бывает... В жизни огорчения. Я вижу войну на мосту. Так, пацаны, я бегу к вам. Чпонькс, чпонькс. Эй, их упал. Нет, не упал. Чпонькс. Так. Видите, их шары сжигают. Лабиринт, который боишься спрыгивать вниз, то сразу замочат. Так, давайте стоп-саунд. Чпонькс. Так, а где чумной доктор? Вижу, вижу, один стоит с монстр. Я спрыгиваю к нему, я его не боюсь. Я тут, секунд. Я пошутил. Я пошутил, я пошутил. Мочите его электричеством. Давай, 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 давай. Он не знает, к кому бежать, ко мне или к тебе. Если что, я увернусь. Умрешь ты или нет? Чудовище ты электрическое. Есть, извини. О. Извини, не хочу. Еще один. На. Эй, не кусайся! Мы добрые, что за собака такая? Это снова мода, который мы сегодня скачали. Мочим его в 1000 стволов. О, кислоту он, видно, не любит. Его жгет. Аж шипит. Есть, есть. Так, ждем, когда кислота пройдет, идем туда дальше. Так, так, так. Слышу, слышу музыку стрёмную. Где-то кто-то еще есть. Ого, тут оружку выдает. Такс. Я вижу, я вижу. Эй, слышь ты. На. Ой, двоих сжег. Вот это я профи. Еще один тут. Диппер, прикрывай меня. Так, так, так. Никого. А, на этой карте, наверное, не будут аниматроники бегать, я понял. Только это SCP-шки будут эти бегать.
Бежит, бежит, бежит. Умри. Красавчик. Троих, четверых. Еще. Ой-ой-ой-ой, эпический. Это прямо их ставит, а мы их валим. Не успевает ставить их. А. А, не мочи. На. Блин, не успел. Я просто не успел. Еще б чуть-чуть, я бы их замочил. Так, ребята, давайте я поставлю парочку штук. Сейчас я вам покажу, что такое хардкорное выживание. Сейчас. Ну давай, я весь внимание. Ты мне не веришь, да? Нет, почему? Я верю. Ребята, смотрите, кто у нас тут есть. Сейчас будет вам веселье. Серьезно? Да. Это очень много скромников, которые просто ненормальные какие-то. А может не надо? Надо. Мне уже страшно. Не бойся. Так. Такие музычки стрёмные играют, мне нравится. Я не знаю, сколько их уже поставил. Очень много. Поэтому сейчас будет, наверное, веселье. Так, хочется, чтобы было равномерненько по всей карте. И вот здесь давайте поставим парочку. И вот здесь. Так, ну что? Я не знаю, я их поставил очень много. Надеюсь, будет весело. Начинаем идти в этот сумасшедший лабиринт. Да, давайте по центру пройдем. Я по центру еще ни разу не ходил. Так, кто со мной? Кто не сыт? Идем. Я с тобой. Давай, идем, идем, идем. Я, кстати, уже не помню, где их поставил. О, вот, стоят. Мочи их. Пока он не успел, надо его замочить. Я побежал, прощай. А, блин, еще один. Так, давайте сюда побежим. Скромники сбежали, я не знаю. Да-да-да, они начинают психовать. Я слышу этот крик сумасшедший. Куча скромников за мной. Где вы? Интересно, они найдут дорогу, если я так буду быстро бегать? Попал. Попал. Блин, такой звук, как будто он сзади где-то. Я не могу его убить, он какой-то бессмертный. В голову, чисто. Так, никого нету еще. Мочим его дальше. Я должен убить этого скромника. Ого, их там сколько. Это жесть. Так, как-то так. Вы слышите, они по всей карте орут. Это жесть просто. Как это очень страшный лабиринт получился. Мне даже страшно по ним бегать. Потому что не знаю, что за углом тут ждет тебя. Ого, их тут трупов. Куда вы их успели уже замочить? Прощайте. Бу. Смотри, как красиво по центру лабиринта жахнул. Ни одного. Всех убили. Давай посмотрим, что они делают. А ну-ка. Мужики, вы что делаете? Как вы вообще мочите? Во, музыка страшная. Так, и что дальше? Вот. Уйди, пожалуйста, со своим скромником. О, а что это? Что? Это из-за обезьян, что ли? Воду. Потому что у меня тоже все потемнело. Нифига себе, круто. Может, оно и бы не сильно потемнело, просто их очень много. Ого, меня убили они. Как это произошло? Ребята, сейчас мы будем свет делать. Валю. Я увидел свет в конце тумана. А почему не посветлело? Ого, он ж красный стал. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и Мага. И сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас называется Зомби Лабиринт. Вроде так называется. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. И что, мы сейчас назад вернемся? Да. Ой, нет. Да. Давайте давай сюда. Налево. Да смотри, я испугался его. Я его блин, новые штаны поцарапал. Мас, бери дробовик. Да, давай, наверное, что-то помощнее.
то мне какая-то писюлька. Так, смотри, я все это время иду... Блин, ладно. Облом. Нельзя хвалить, нельзя. Кстати, когда мы выйдем с лабиринта, там будет зомбаков много. Там будет мясо. Не, может сюда? Блин, мы сейчас потеряли... Не, не сюда. Вот сюда, Димас. Так, я магу встретил. Давай, Димас. Иду, 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 иду. Вот. Даже интересно, сможем мы его пройти или нет? Я думаю, сможем. Так. Мы не назад идем? Не-не-не, давайте сюда. О, я выход какой-то нашел. Воу. Значит, правильно. Вот надо слушать Димона Покемона, идемте за мной. Он ну ты герой мудрее. Сегодня. Димас, он всех мудрее. Вы видите, где зелененькие, значит, загораются. А, все, я знал, Димон, я просто проверял, знаешь ли ты. А, так, туда, туда, давай. Я вьет вон, идите за мной, я вам показываю все. Вот, тут налево. И тут Димас, налево. Ты заметил то, что мы все тупики. Тут красным. Во, зеленый. Все, четко. Разработчику респект и уважуха. Если у вас обманывает. А может он нас обманывает? Да не, не. Что-то он большой очень. Но мы пройдем его. Во, сейчас раз правильно иду. Так, это реально лабиринт, Димас. Он крутой. Во. Все, давай, Димончик, я тут подожду. А, спасите. Ой, я тебя убил, Димон, не хотел. А, 11 хп. Да заткнись ты, тварь. Так. Че он там мычит? У там дерево такое конченое. Так, тут тупик. Идемте обратно. Тут тоже. Во, зеленый. Да, веду я вас. Давай, давай. Так. Заметил то, что вот реально мы все тупики собираем. Так вот это и есть. Так разработчик так и сделал. Что да, так и было. Мы все тупики собрали. Конечно. Конечно. Так, смотри, с каждым проходом тут по зелененьким флажкам усиливаются враги, Димас. Вот уже какие-то танки пошли. Тупик. Давай туда. Погнали, погнали. Мага уступает мне место. Через дуло. Потому что последнему все достается. Димон, там еще будут лабиринты, да? Это не последний. Ух ты, ничего себе. Там будет стеклянный. Карту. Я буду с ножичком ходить. Че, тупик? Не-не-не, правильно идем. Здоровенный лабиринт. А ты что ожидал такого лабиринта? Ну, прохождение. Все, сейчас будет Димон выход. О, да, я чувствую, кстати, чувствую. Запах. Слышишь? Да. Тут туалет не закрыл. Сюда, не? Давайте сюда. О, лампуха горит. Правильно, Димас, видишь? Не представляешь? Ой, представляешь? Все, погнали. Димас. О, так это красный кот, что ли? Открывай. Ой-ой-ой-ой-ой, ну что ты сделал? Вау. 37 хп. Да это Фокси. Ключ надо. Ну что, ключ не нашли, что ли? Бери его в руки. Не, значит, и он здесь. Погнали, Димон, вниз. Давай. Ой, это круто. Перезаряжайте свои ружья. Перезарядил. Мага вперед идет. Хочет проиграть первый. Так. Фокси всегда рискует. Я прикрываю затылок. Давай, вдруг там кто-то укусит. Воу! На Воу! Тебе. О, они меня так испугали. Ничего себе, куда-то мы так поднимаемся высоко. Ну, жопа твоя тяжелая. О, офигеть. Блин, не люблю я паркур, вот не люблю я это с детства. Ну, придется пройти. Так, у меня, Димас, есть ключ. О. И прикинь, с этим ключом надо обратно, Димас, идти. А, ну так давай. Если ты в кислоту уронишь, тебе вафли. Да то ключ положил. Вот ты, Димон, ну ты реально молодец. Умер, но ключ успел положить перед смертью. Так, Димас, нет, не бери его так сейчас. Факин щит, ты чуть не упал с ним. А
я умею. Не, Димон, я сейчас все сделаю, смотри. Давай, я профи. Ну не очкуй. Ну ладно. Смотри. Знаешь, почему у тебя не допрыгивало? Потому что, может, сервер я держу, и у тебя пинговало чуть-чуть. Ну прыгай. А чё, может... А может там не сюда? А там некуда. Да. Я не чё-то могу не слажу. У Чики жопа жирная. Все, давайте, падайте. Так падайте. Не могу. О! Фокси, пролазь. Отлично. Надеюсь, там скримера не будет. Будет. Мне кажется, там был другой путь. Путэ. А мне кажется, нет. Путэ, Димас, путэ. О, житуха. Но если бы мы далеко были, тогда бы, наверное, все-таки не надо было возвращаться. А так мы недалеко, в принципе. Короче, запилили бэктрекинг. Да, Димас, вот видишь, назад пути не было. Ой, как я имею в виду вперед. Вперед не было пути. Вот надо было назад возвращаться, чтобы в ключ ставить. И приложить его. А, еще раз вниз, только с другой стороны, ну погнали. Или там зомби были? Не-не, пойдем, там а зомби там дальше были, не открываются. Там дальше зомби. Теперь я буду первый, я хочу замочить кого-то. Ну я не пробовал, но я уверен, что там не открывается. Я буду назад смотреть. По-любому здесь тупик. Ничего себе тупик. Хороший тупик. Дохлые хрекрабики. Тут это высокая шахта. О, что-то да, попалась. Да блин, отойдите. Вперед. Да какой вперед? Назад. Я ни разу не умер. Зря я, конечно, это сказал. Карта топ. Падаем. На тебя по голове. О, поехали. Психи прибежали с дробовиками. Фокси всех открыл. Еще одна дверь, Димон. Какого факин щи... А, пушка, на контрол садись. Димон, на контрол. Тихо. Она меня видит. Димон, и не видит. Хорошо, что ты меня предупредил, если бы не ты, я бы... Так я от фонаря контрол нажал, и все, у меня 6 хп. Я гранату кину. А, давай, и меня убьешь, не? Пушка кончена, убей. Все, она заткнула. А, нет. Там еще 3. Два я тоже одну жахну. А, все, Димас. Да я так просто со зла. А что они так пищат? Откуда дальше? А вот загад. Ага. Я стрельну. О, Фокси меня лекает. А куда идти? А меня полекать, а меня. Не лечи его. Ну-ка полечи чуть-чуть. Красиво тебя убил. Конечно, не со зла. Давай, лечи меня, Фокси. О. Я Димаса лечу. Ты улетишь. То что я застрял? Так, давай. О. А Димашек тебе хватит? А чё ты сел? Так, я тоже хочу посидеть, я устал. Фух. Ну смотри, попробуй. А, отойди, Димас, отойди. А, шарами R2, D2. О, смотри, стеклянный лабиринт, о чем я и говорил вам. А чё я нажал тут? Монтировку что ли мне дали? А, можно бить стекла? Нет. Да. Я его мочу потихоньку. Вообще ни о чем. А ну да, я шаром вольну. Не, шары не убивают, только монтировку надо. Ах ты! А что если миниганом? Сейчас, Димас, я тебе ТП. Не надо, я наизусть уже карты выучу. Так, нам какую-то надо сеточку открыть. Вот это, наверное. Нет. Как узнать, какое стекло бьется, а какое нет? Я не знаю, просто стрелять буду по всему. Там, короче, тут горит, надо ломом бить. Ай. Ой. Да бывает, Дима.
Так, мне кажется, я сейчас узнаю. Вот это стекло бьется. 100 пудов. Я в него стрелял. Не. Может это? Ничего. Так, в чем подвох? Давай через С посмотрим. Во, вот это стекло. Вот хитрый какие. А теперь это стекло. Вот ты хитрец. Не, я тут через С почти даже не посмотрел. Ай. Ой. Под пулей лезу просто сам. Классно. О. Бьется, мне нравится. Я просто на угас. Не убей только никого, а то ты ружьем вообще не умеешь управляться. Не, о, не сюда, это стекло. Давай. А я луплю то, монтировку согнул. Ой, я там кого-то вижу. Беру оружие. Не подходите к ним, я с РПГ стрельну. Давай, Димас, а че он не бьется? А, вот это. Как рассчитано? Все стекла, что ли, надо лупить, чтобы... Так, давайте просто будем выходить и РПГшку запускать. Как я могу зомби убить? Че, ломает стекла? Но она! Красиво! Два трупейшена. Трупейшена. Так, я бегу. Психи. Могу, успокойся, да, я РПГ запущу. Я псих, не подходи. С РПГ один раз, да, и все, и стекла нет. Да-да-да, отойди, отойди. Я псих, не подходи. Чё это твое РПГ вообще говно? А не. О, может, кстати, с арбалета? Стеклянный какой лабиринт прикольный. Ну, кстати, такого я ничего ни разу не видел. Димас, не то бьет. Да? Там мне куда по спине опять лупит. Я тоже могу цепь подсматривать. Я не смотрел цепь, Димас. Вот это ломает, значит, вот это ломает. Хитрый. Проверяй. Вот это, вот это. А я уже на цепь подсмотрел. Конечно, нет. Чё, не то, что, не то, не то стекло, не то. Да, не то. Чё, очень крепкое, что ли? Да не то. Так, отойдите, отойдите, отойдите. О, я тебя сломал. Бомба, граната. Так, где монстры? Хочу убить всех. Крушители 2-0. О, Димас, идите сюда. Вот дверь. Вот нычкари. Ты сколько дров на зиму? Давай, давай, давай. Продвигайся. Ломай. Ты сможешь. Давай сюда. Направо. Вот эта карта длиннющая. Весь даже 5 мегабайт нет. Чё за fucking shit? Что это такое? Это... Как их... Смотри, тут куча хэдкрабов. Димон, давай, 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 давай. Мама, жопа. Да ну, они меня убивать хотят. Красиво, я у тебя вошел. Запрыгивайте. Портал. Ой, круто. Димон, ты упадешь тут. А-а-а, я знал. А как узнать, по каким плиткам идти? Арбалетом проверяю. Вот. Я за тобой. А, просто типа ползать. А, можно арбалетом проверять. Мама! Ладно, я типа упал. Не хочу заново начинать. Короче, Димон, где застрею, ты ходишь, да? А я просто псих и пошел. Застреет, застреет. О, Димас, посмотри, где я псих и прошел. Я понял. Там хиткабик. Смотри, куда. Бам! Ух, прям жопой села, Чика.
Диман, я с тобой. Диман! Какого фига? Я побежал! Ла-ла-ла-ла-ла! Я бы не хоплю! Вниз. Граната пошла. Граната, только не падай вниз. Я всех убил. Прощай, Димон, ты был Я тоже так делаю. Нет. Да что ж такое, как вот тут. Вот, сюда прыгай. Димас, прыгай сюда. Я единственный мастер банихопой прошел за секунду. Ого, как я не упал. Димас зарядил так прямо. О, может пулями проверять можно? Он пулями, да, где треск, значит там провалишься. А где нету треска, можно там ходить. Сюда. А, какой треск? О, тут даже багает, видно, вот это упадет по любасу. Вот это упадет. А вот это не упадет. А, не упадет. Да упадет. Всё, Димас, я прошу. Да ну упадет, говорю. 100 раз бы упал. Так, телепортируемся. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Димон Покемон, Алёша и Виктор Кошак. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Всем привет. Ну что, Виктор, ты будешь первый? Сегодня мы играем, ребята, догонялки. О, уже стоит камера, я вижу. Ой, я вас вижу на камере. Здорово. Так, мы здесь будем, короче, сидеть, ждать его, да? Я буду, короче, низ по камере смотреть. Я вам скажу, куда он снизу пойдет. А здесь он может спрыгнуть. Если что, вот сюда прыгнем туда. Прикольно. Может даже базу, да, построить еще, скажи. Ага. Но я не смотрю, типа, Понял. Просто переживаю. А вдруг? Я могу ему подсказку дать. Димаш. А. Я в узкий пароход залезаю все-таки. Ага, значит можешь, да, все-таки? Да. Понял. Я тебе подскажу, Витя, мы там, где зеленая. Да, я вот короче. Как тебе подсказка пойдет? Очень хорошая. Он идет. На камере вижу. Он бежит там. Он бежит! Ребята, классно, камера сработала. Бежим, бегите! Я бегу. Бежим. Димас, а зайди. О, ты впереди, офигеть, как мы встретились так. Димас, стой, это я. Он за нами не бежит вроде. Димас, ты впереди, ты впереди. Бежим. Так. Куда-то убежал. О, здесь можно уже как-то маневрировать. Все, ждем его. Так, мне кажется, лучше всего камеру здесь поставить, потому что здесь очень большой такой пространство. Фу, блин, это Дэдпул. Уже ноги не начал делать. О, Димас, беги наверх. Не-не-не, все нормально. Я ж не знал, что он так будет сильно за нами бежать. Димон, бежи. Все, его нет, он отстал. Так, все, я куда-то спрятался. Я тоже, но я в хорошем месте. Я в очень хорошем месте. Аниматроников, они хотя бы телепортировать смогут, не могут сразу пим и убить. А тут место неудобно для телепортации. Можно запутаться. Не, ну я все равно. Но я понимаю, что ему тяжело. Я верю покемон, ему. Покемон, это я сзади. Беги! Беги обратно. Блин, я к нему наоборот прибежал. Вот это я дотю, конечно. Я вижу. А что, он за вами бежит? Не-не-не. Вроде уже нет. Да чего вы боитесь? Он медленный кусок аниматроника. Да что ты меня не пускаешь? Смотри какой. Ха-ха-ха. Вот хорошее место. Ого. Насколько хорошее. Что такое, Витя? Да, это сюрприз будет. А, понял. Сюрприз. Привет. Сюрприз, мазефака. Че, убить я не могу. Прощай. Ты мог, ты просто неправильно нажимал что-то. Повезло мне. Я буду гранату назад откидывать. О, да не надо гранату бросать. Да я кину. Ну где это? Витька, ты где? Я не знаю, куда ты убежал. Не знаю. Я тут стою, тебя не вижу. Я в том же месте, где был. Хана мне. Во! Я слышал, Витюша. Зараза! Молодец, Витька красавчик. Теперь я хочу убить кого-то. Давайте. А где они?
Какой цвет хотя бы там? Куда-то его потерял. Я последний остался. Я его ловлю. Димон, давай, мочи, так. Мочи, мочи его. Я все правильно бегу. Здорово. Где он? Это я. О, мы нашли. А, ты уже все? Заразился тоже? Ну да. Ловим Димона покемона. Он где-то ходит здесь. Ищем его. Идет месть. Я его нашел. Он вниз побежал, вниз побежал. Есть! Я убил Димона, а Виктор убил меня. Вы меня окружили вдвоем, кто там, Леша окружил меня и Виктор. Я начал убегать, проскочил мимо них, и хоп, Димас такой стоит. И не дает мне пройти, стал просто в проходе. Все, раз, два, три, четыре, пять. Начинаю убивать. Да, может, не надо? А может, надо? Вот мне нравится не за аниматроника ходить и искать вас. Какое-то удовольствие испытываю. Красиво, ты прям рыбка ушел так. Мне так понравилось. Прям чувствую власть какую-то. Ведь я Чика-убийца. Ты зараза. Два Леха, мы их найдем быстро. Я уже прилобался к этой карте, уже понял, где тут что. Так что мы идем. Хочешь телепортироваться? Телепортироваться на английскую. Все, отлично. Я ищу. Я отличное место занял. Отлично. Супер место. Так. Я тоже. Приближаюсь. Так, где-то они здесь. Меня здесь никто не увидит. Опа, кто-то меня засек. Тут меня просек. Блин, вот бы найти тебя. Есть! Если вам нравятся такие серии, вы хотите побольше, пишите в комментариях. Можете даже в комментарии написать название карты. Мы на них с удовольствием сыграем. Так что давайте продолжать. Так, кто у нас там умер был? Я. Алёша. Алёшка, давай. Содочино садаме Джо-джо. Я даже не знаю, какую музыку подлаживать. Я тебе потом скину, окей? А, хорошо, только чтобы авторских прав не было. О, смотри, Лёху пробило попеть. Давай, Лёха, теперь твоя очередь. Продолжай, слова знаешь? Как ты там, Витя, говорил, садачина, да? Садачина, садачина. Вы это заныкались по-любому где-нибудь. Нет, хорошо. Я прям хожу по карте, наоборот, хочу тебя найти. Я тоже хожу по карте. Тоже по карте. Ну вот смотрите, мы все ходим, а друг друга не встречаем. Значит, карта очень большая, однако. Ого, я ее нашел! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, блин, я тоже хочу эту нычку найти. Где она? Подскажите. Я убежал от него, я убежал от него. Только не веди его. Не веди его ко мне. Ай. Ай. Блин, больно, не знаю, куда идти. Апа, Витюшка слился. Блин, Виктор теперь знает, где я сижу, надо валить отсюда. Вот одну я собаку нашел, где вторая? О, Димас, здорово. Это моя новая нычка сюда, смотри, когда увидишь его, короче, впереди прыгай сразу вниз, понял? Угу, понял. Прикольно вперед, придумал. Вперед смотри. Вот только ты говори сразу, когда прыгать, или ори сильно. Бежим. Я видел. Беги. Что-то мелькнуло перед моими глазами. Что-то, это не что-то, это что? Монстр. Кто? Щит! Все, я ищу вас. Все, Димончик начал. Вы видели его сзади? Ну так быстро, это невозможно. Ну я могу, в принципе, затащить как? Если я буду просто постоянно бежать. Просто бежать. Я тебя видел. Да? А как так? Да, я знаю, как Денычка, она сбоку там. Мысленье. Там надо запрыгнуть, надо просто назад запрыгнуть шифтом. Витька, молодец, класс. Договорился, да, пацан? Ой-ой-ой. Все, я нашел настолько... Вот я нашел нычку, где вы будете меня... Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Балдай, Пикачу, Форум, Думгай, Скигва, Ампер. Пацаны, поздоровайтесь. Всем
Всем присылаю привет. Написали мне в комментариях, чтобы мы сняли еще раз на карте здоровенный лабиринт, но в этот раз я скачал новых абунг. Если тебе текушьте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну что, пацаны, убегайте. Я тебя удалил, а новый скачал. Новых. Ну, конечно, один всего, но надеюсь, он жесткий. Кстати, только для админа. Админа. Поехали, пацаны, вы готовы? Да, я пацанам специально сказал, чтобы они бежали в лабиринт, потому что я буду скидывать сверху. Ребята, сегодня у нас будет 100 абунг. 100. Поэтому для начала мы штук 20 добавим, посмотрим, на что они способны. Кстати, уже люди начинают умирать. Обратите внимание, они двигаются по-другому. Они могут спокойно вылазить? Они читеры, что ли? Давайте проверим. Ну что, начинаем выживать в лабиринте. Пацаны, кто первый умрет, тот лох. Все, Скигва умер. Кстати, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Вот сегодня записывают 2 новых человека. Персонажа, хотел сказать. Поэтому либо может зайти и записать с нами очень веселый ролик. И что надо для этого сделать? Подписаться, поставить лайкосики, написать какой-то очень классный комментарий. Так, подождите, я запутался. Опа! За мной абунга, ребятушки. Ускоряемся. Нет! Блин, они какие-то жестче. Мне кажется, он быстрее, да, чем те? Как вы думаете? Или одинаково? Быстрее. Надо быть очень осторожным. Мне как эта пустота убила. Но он невидимый может вставать, представьте, а Бунга невидимка. Вообще жесть будет какая-то. Чит. Так, потихонечку, все-таки я постараюсь дойти до башни в этот раз. Опа, вы видели, как это было эпично? Опачки. Опа, еще чуть-чуть бы и упал. Надо быть очень внимательным. Надо, что не переживать, а просто спешить. О. Так. Я охранником побегу. Форум умер, отлично, ребята. Сейчас я дойду до башни. Из башни еще накидаю штук 30. Итого у нас уже где-то будет 50 абунг. Ой, я упал. Я упал, поэтому... Да-да-да. Я видел. Ребята, пожелайте мне удачи дойти до башни. А! Он сзади меня! А! Ого, где я появился. Ну что, дубль номер 2. Надеюсь, сейчас я точно дойду до башни. Так. И когда я дойду до башни, все-таки я накидаю много-много абунг. Опа! Ай-яй-яй-яй, дошел? Да. А ты профессионал, молодец. Я тоже дохожу. Спасибо. Они тут прыгают по всей башне. Как вы думаете, они могут допрыгнуть так высоко, как те абунги? Да, они тут прыгают по всей башне, за башкой стукаются. Это хорошо. Нет. Ай, окружили. Блин, они жесткие. Все, я выработал тактику. Тактика называется «Беги быстрее, чем абунга». Так. Или просто все. Ой, просто все, это когда ты уже просто все. Все сходится. Ой, опять упал. На самом деле я специально упал, чтобы было интереснее. Я тоже. Ой, ты блин, идем, быстрее, они там сзади бегут. Ой, зараза. Ну ладно. Блин, я так дернулся, у меня аж подмышки вспотели. Это так быстро? Да, надеюсь, ребята, вы сейчас смотрите наш ролик и улыбаетесь так же самое, как и мы. Опа. Так, сейчас я выработаю тактику. Эти абунги управляются реальными людьми. Да? Попробуй. Может быть. А может быть и нет. А может нас взломали. А как вы думаете, у них жизни есть? Давайте сейчас проверим, есть у них жизни или нет. Это же другие абунги. Так, проверяем. Нет. Их нельзя убить. А, зараза. Ай. Админским пистолетом. Конечно. Хотел убить. Опа, я уже выхватил еще одну тактику, как быстро добегать. Сначала по правой стороне, потом ближе к центру. Так, абунга стоит возле башни, не дает мне зайти. Смотрите, там стоит он какой-то челик. А, не, мне показалось. Так. Абунга, пошел отсюда. Зараза! Они окружают меня, ребята. Они меня окружают. Нет, они меня не окружают. Так, абунга, отвали. Отвалите. Прощайте, блин. Так, хорошо, так делаем следующий эксперимент. Мы берем пригвождатель, проверяем, можно ли их пригвоздить. Они не пригвождаются. Ого, он телепортировался. Пацаны, бегите, глупцы. Нет, пацаны, зря только тратите патроны, ничего не получится. Ну что, я иду к своей цели. Так. А я наоборот не убегаю, потому что не А я на башне был, упал, меня убили. Так все было и продумано.
Ну все, я спрыгнул вниз для того, чтобы быстрее добежать до башни. На самом деле, это меня не спасет. Но я надеюсь. Блин, так это я еще не поставил 100 штук. А это сколько? Оно уже... Ну это за штук 20 я поставил. В результате, когда 100 поставлю. Ставить еще, пацаны, или нет? Подожди да. еще. Ха-ха-ха, я тоже боюсь. Не надо. Давайте сначала все-таки мы дойдем до башни. Надеюсь на это. Так. Потом на башне поставить. Прыжок. Есть. О, омпер. Прыжок. Омпер. Так еще тебя никто не называл. Так. Теперь сюда идем. Блин, они все возле башни трутся, они как будто знают, что мы хотим туда прийти и специально там стоят. Это жалко. Омпер вообще заныкался. Ампер. Надо, знаете, что сделать? Надо, короче, спрыгнуть с башни на бортик, по бортику повыживать. Сейчас мы это и сделаем. Блин, ну что ж я от переживания падаю. Так, есть шанс сюда выжить. Там стреляют. Пацаны, это не спасет. Они не приглаждаются, не убиваются и ничего их не берет. Один сверху, один снизу. Два веселых амбунги, а? Два веселых таракана. Похоже на таракана, что-то есть в этом. Ну что, пацаны, попытка номер сотая. Надеюсь, сейчас точно у меня получится. Так, давайте берем сразу справа. Десятая. Вот смотрите, здесь вот прям вот длинные-длинные полосы. Ускоряемся. Прыжок, прыжок. Блин, Соник какой-то уже. Так. Они хотят меня убить. Отлично. 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 Ай. Блин, зараза, окружили. Помогите. Господи, да как от них выжить? Это страдания целые. О, давайте возьмем меч Звездные войны. Все-таки попытаемся допрыгать. Так. Воу, это было эпично. Во, ребятушки, я нашел метод, как классно повыживать. Как? Звездный меч берете, он может высоко прыгать, персонаж ваш. Да, отлично. Отлично, отлично. Все, я в башне практически. Практически, тебя сейчас там убьют. Ай, блин, я сам себе базука вз... Идиот. Видел такого придурка? Это я. Ну ничего, я специально стрельнул себе в ноги, чтобы умереть. Еще разок прыгаем. О, я знаю, что мы сейчас делаем. Мы сейчас сюда сразу запрыгнем. Ребята, ну что, видите, всегда есть шанс выжить. Блин, прикольно, они реально отпрыгивают. Да? Да, я только что... Меня прыгнули, а я атаковал и... Интересно, до вышки можно вам допрыгивать с самого низа? Вот, давайте попробуем отсюда до вышки допрыгнуть. Во! Зараза! Блин! Ну ничего, теперь у меня есть шанс сюда быстро добегать до вышки. Отлично, отлично. Смотрите, главное, что не бояться, а немножечко очковать. Все у вас получится. Ну конечно. Все, пацаны, я сейчас до вышки бегу. Бегу, бегу. Ого, они прыгают! Прям рыбкой. Так, 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 ну что? Я, ребята, добираюсь все-таки до вышки, я это сделал. Сейчас подождем, пока они поспрыгивают оттуда. Ого, они прыгают! Так, очищаем. Тихо, тихо, тихо. Блин, они прям подо мной. Она, наверное, не достанет, да, сюда? Лучше бежать. Ох, их там сколько, вы заразы такие. А! Нет, 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 я выживу, я выживу. Есть, я на вышке, я на вышке. Наконец-то, да, Дима. Ну что, пацаны, я ставлю еще. Я же обещал, что я до вышки. Ставим еще. Конечно. Пока их никого нет. Ставим, ставим, ставим. А, уже подо мной, уже подо мной. Да ну вас нафиг. Я только что собирался провести уборочку. О, ой-ой-ой, что это было? Он, наверное, хотел меня убить. Че да, дрожит камера? Тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, отлично. Ну все, ребята, видите, хорошая тактика. Запрыгнул на крысу на бордик и стоишься. Ой-ой-ой, их там как жуков. Я почти дошел. Ой, хотел подстрочник вас кинуть. Ой-ой-ой-ой, повезло, что не. Ну, а Бунга за меня всю работу сделали. Ой, хорошо, что он спрыгнул, он думал за мной бежать. Давайте еще ставить, мы же хотим, чтобы было много их. Да, хотим. Да, хотим, если все не хотим. Ой, что-то подлагивать, тебя бунги не лагали. Да.
100 штук! Так, ну что, я на вышку иду. Ох, их много! Ай-яй-яй-яй-яй! Это просто нереальное количество, ребята. Так, берем меч. Ожидая. Наконец-то. Прыгаем. Я на вышке! Ай, быстрее, 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 быстрее! Опа, они идут, они идут. Так, надо их как-то обмануть. А как обмануть Абунгу можно? Я их на себя отвлек, Димас. Отлично. Вот так вот Абунга обманут. Ой-ой-ой. Лава еще красиво вписался. Да это нереально. Как выжить теперь? Но мне кажется, эти Абунги пожестче будут, чем те. А те запрыгнули, смотри куда. Да-да, кстати, они звуки издают, когда бегут. Ой. Зрители, как бы говоря. Ага. Ой, красавчик, дядя Дима. Вообще красавелла допрыгнул. Ну что, вот тут мы постоим, повыживаем, никого нету из них. Так, идут, идут, идут. Так, давайте посмотрим. Когда уже будут тут рядом, я буду убегать. Да. Именно так будет выглядеть новая часть Звездных войн. Ну да. Это было бы прикольно. Это бунг. Ого, ты прыгаешь. Псих. Псих. Так, ребятушки, никого не наблюдаю. Никого. Я прыгаю. Но они есть. Чё, стоим, ждем. Делаем ставки, кого первого убьют? Ампера. Нет. Я живой. А! Меня! Он только сказал, твою убили. Так, надо на месте не стоять. Когда стоишь на месте, они очень жестко мочат. Идем, 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 идем. С Кигва идем, очень странный ник, конечно, чувак. Кстати, это новенький. Беги, 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 не бойся, беги. Блин, я хотел, чтобы ты на него напоролся. Было бы круто. А чё он стоит здесь? Ой-ой-ой, в воздухе убил. А давайте я попробую перепрыгнуть. Они вообще жесткие. Не убил меня. А чё он стоит здесь? Налетает, налетает, как горячий пирожок. Еще разок. Есть прыжок через костер, а есть прыжок через Абунгу. Не, не убил меня в этот раз. Ну, хотел. Ха-ха, да чувака убили. Иди, иди, иди. Уга-буга, иди. Красиво улетел. Красиво улетел, мне нравится. Ой-ой-ой-ой, еще бы чуть-чуть бы и достал. А ну давай, прыгай, прыгай. Потом я прыгну. Не бойся. Не-не-не-не-не. Ух ты! Пока они приземлились, я буду лететь. Ух ты! Аж подвисает немножко горизонт, так как они нагружают систему, а? Ух ты! Псих, что ли? А что случилось? Ух! Он взял, перепрыгнул как-то и меня убил в воздухе. Блин, читер. О, если попробую отсюда, да, запрыгнуть. Так, ну что, прыгаем на самую высокую точку по возможности и выживаем здесь. Потому что в лабиринте прям очень жестко. Идем, идем, не бойся. Как вам прыгнуть? Тихо, 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 тихо. Вот он стоит, а меня не убьет. Он же слабак, смотрите, что он может. Идем. А ты где, Дима? А я здесь стою, возле воды. А да! Я здесь шел. Какой-то слабый Абунга вообще. Че ты мне не сделаешь? Ничем мне сделать не можешь. Не, не надо, не надо. А, толкнуть меня хочешь? Это не я, что ты на меня а смотришь? Кто хочет меня-то? Ты, на, ешь его. Блин, отвесточка за то, что я его скинул. Короче, видишь, отомстили Абунги мне за тебя. Ты, наверное, их не кентафурик, да? Кентафурик их не. Дима, это карма. Я уже это понял. Ну что, я иду вглубь лабиринта, потому что я их не боюсь. Ух, они телепортируются. Да, не боишься. Я их не боюсь, смотри, что мне может сделать? Вонючий щенок, где ты? Иди сюда, Абунгокс. Потому что ты джедай. А я без меча выживаю, все, теперь по-честному. Чисто бегу в лабиринте. Ау, ладно, забирай свои слова назад, они сильные. А я говорил. Они очень сильные. Я только вижу, как они пацанов валят. Так, я иду, знаете, сейчас куда? Я иду в темный лабиринт. Включаем фонарик, давайте попробуем там пройти. Мне кажется, тут никого нету. Я думаю, по закону Архимеда ты пойдешь на башню. Нет. Я иду в темном лабиринте, ребятушки. Все четко. Сейчас я тут пройду точно. Их тут нету. Кстати, да, в темном лабиринте ни одного Абунги нету. Они к тебе пошли уже, Дима. Да, они уже в темном лабиринте? Да, некоторые. Это не у входа стоят, там четыре штуки. А, не боятся темноты, видите? Очкошники.
Это их слабость, Дима, ты наш. Я ж не знал, что они слабые. Следующего раза надо в них это темнотой стрелять. А такое возможно? Не знаю. Нет. Я слышу, они уже за мной идут. Или это наверху? Пошли за мной? Ну чё-то никого нету, вообще их не их боюсь. Очень много около тебя, Дим. А я ж внизу, под землей, их никого нету. Они тебя ждут, когда ты выйдешь... Я не выйду, я теперь тут буду жить, я поселюсь здесь навсегда. Можешь к тебе в гости? Всё, я в тупике. А не, никого нету, никто за мной не шел. Я думал, кто-то за мной шел. А! Ладно, шел. А мы говорили... Ах, их тут сколько! Помогите! Перепрыжок через труп. Ой, я буду в воде выживать. Не касался, но бум какой-то новый. Они когда прыгают, звук, да, издают такой бум. Дим повыживал в воде. Ну да, недолго мне, конечно, хватило. Так, прыжок. И с шифтом быстренько плывем. Быстрее. Да хорош убивать меня, зараза такой. Они реально быстрее прыжных обух. Мне кажется, что это какой-то SCP. Если этот ролик, ребята, наберет 3000 лайков, мы будем выживать в этом лабиринте от SCP. Как вы думаете, круто будет? От скромников? А разных наставим, разных. Давай. Отлично. Да. Успели убежать каким-то образом. Дима, а какой твой любимый SCP? Статуя. Свободы. А пусть подписчики напишут, какой их. Я хотел только сказать, ребята, а вы сейчас напишите, какой ваш любимый SCP, и каких будет больше всего написано, тех мы будем ставить в ролике. Это будет очень прикольно. Так, делаем тест на то, как они выдержат ядерный взрыв. Подожди, меня за собой. Ой-ой-ой. Чё же я так кинул криво? Ой, красивый взрыв. А красивый. Я выжил, Еще выжил. Один, одна бомба полетела. Бум. Нет, они все-таки, видите, не убиваются. Как и те, живучие. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дарт Вейдер, Серега, Стаканчик, Дудосик, Слава Питер. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет, ребят. Всем приветики, млечки. Всем здорово. Сегодня у нас здоровенная карта Лабиринт. Будем убегать от монстров Хендерсона. Если верите, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Так, пацаны, сегодня у нас будет с маленького монстра и до большого. Сначала вот такой. Ну что, сначала убегайте, наверное, в лабиринт. Потому что сейчас будет очень жестко. А давайте я сразу вообще его включу. Погнали. Так, подожди, я думал, он будет за вами бежать, а он за мной побежал. Так, Серега, давай встречаемся, знаешь где? Где? На том свете. Согласен. А где он? За чашечкой чая. О, пробежал мимо. Так, ну что, отлично. Вот ты, блин, за мной побежал все-таки. Давайте сейчас проверим, как он убивает. А, он съедает. Да. И чё? И все, и съел меня, отлично. Давайте тогда поставим их побольше. Вот такого поставим. Вот такого поставим. Ну чё, погнали. Ребята, три монстра в лабиринте. Так что, если вы их убедите, бегите. Он телепортируется, кстати, это хороший знак. Стрёмно, да, по такому лабиринту бегать? Тем более, лабиринт очень высокий, и убежать тут просто нема куда. Ого! Ты что это было рядом? Эй, чё? Да ладно, он очень быстрый. Вы видели, как он быстро бегает? Дима, он увеличивается в размерах потихоньку сам. Когда мочит? Да, походу. Ну пусть увеличивается потихоньку. Посмотрим, вот жирная жопа не пролезет потом в лабиринт. Так, а куда бежать? Просто будем бегать здесь по кругу? Да. Я хочу найти... Вон умный челик залез на мостик. Так, я хочу найти этот ловушку. И стоять, чтобы он туда упал. И сдох. Да, пока мы себя больше троих спамнить не буду. Просто повыживаем пока мисс так. Посмотрим, насколько они умные. А чё никто не умирает? Может, они обиделись? Они знают каждого, где кто находится. А ты где, Дим? А я не знаю. Я бегу, тупик. Бегу. А ты постреляй вверх. Или с базуки вверх выстрели, я, может быть, увижу. С базуки. О, давай АР-2, смотри, шар. О, вижу. Вижу. Стой на месте. Стою. Надеюсь, монстр Хендерсона не прибежит. О,
Все, давай вместе повыживаем. Включай фонарик. Погнали. Так, а где ловушка-то, ты не помнишь? Да, один мостик на мосте. Один мостик на мосте? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Опа, я слышу кого-то. А, это по мостику передвигаются, пацаны. Такой звук металла. Димас, беги, беги. А что, он там? Да. Так давай, беги тоже. А где он? Не вижу его. Сейчас. Сережка. Опа, опа. Опа, а что он скачет, как стрекозол? Короче, ребята, да чего ты ко мне идешь? О, Серега, он за тобой побежал. Эй, не надо его сюда, пожалуйста. Ого. Нет. Да вы психи, что ли? Серега, они уже красными какими-то кабаками бросаются. Они, короче, я так понял, если тебя съедают, они становятся больше. Это отлично. Посмотрим до конца ролика, насколько они увеличатся. Мне даже интересно посмотреть. Вот он съел челика, у него была вторая фаза, потом чё? Он убил тебя, у него фаза третья стала. О! Да блин, я в ловушку попал, говно! Как так, он не упал, а я упал? О, давайте тут будем стоять, посмотрим. Опа! Давайте, ребят. Он упал в ловушку, Серега! Да ладно! Ты живой? Да он выбрался, как-то он вы... Да как он это сделал? Он, короче, с жопой его провалилась, а потом как-то вылезла сама. Он на обход пошел. С другой стороны хочет обойти. Фух! Да, они в ловушку не хотят падать, они знают, что она здесь. Оп. Оп. Серега, Серега, они когда идут резко, они разворачивают. Беги, беги, беги. А! Фух. И чё, и чё, и чё? Я его заманил, я его заманил. Упал, упал, упал. Вот это было очень близко. Вы видели, насколько? Сережка! А, Серега! Ну блин! Я думал, это челик, я думал, это челик какой-то. Один в ловушке. А ну чё он там сидит, Я вижу, он хочет выбраться и злиться. Да бомжярья! Он съел тебя? У меня скинул подсрачником. Побежали. Может, туда С4 накидать? Не надо, не надо. А, ну давай, может, их просто разнесем? Подождите, я уже забыл, куда бежать до ловушки. Нет, не сюда. А где эта ловушка? А, вот. А ну давай, Серега, взорви его. Под лица этого. За то, что надо он побольше, нам... побольше, побольше, побольше. Надо. Я, короче, стою на шухаре, смотрю, если... Ты что, упал, что ли? Меня убил кто-то из них. Может, он убивает на... Он убивает на расстоянии с ямы. Вот это ой, жопа. Это я тебя убил. Понял, понял. Паркурим со всей силы. Я уже помню, куда бежать даже. Ого. Сава Питер, ну зачем ты лезешь? Я уже думал, тут челик бежит. А че, их больше нету, что ли, на карте? Да там башни. Они, видимо, бегают за кем-то другим. Так, мы пока тут постоим, повыживаем. Пока мне все отлично. Да вы что все туда падаете? Вы что так себя не жалеете? Че, мы его не убить не можем. Че вы все падаете туда? А он его убить не может. А потому что у него маленький скин. Тю, блин. Это этот, кэт-дог. А он у него на голове стоит. Да вы что туда все падаете, хлопцы? Давайте все. Ты пошел, и ты пошел. О, давай тоже попробую на голову ему встать. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Серега. Давайте. О, я на голове стою. Ля-ля-ля-ля-ля. Прикольно получается. А че, он реально не может убить, когда на голове стоишь у него? Походу, он это... тупой. Очень странно. О, Дима, я у тебя на голове. А я у тебя. О, вот это нормально. Выбираемся, пацаны. Пирамида, пирамида. Давай залази, досик. Ладно, пусть мочит меня. Ух ты. Так, хорошо, давайте я тогда удалю. Раз, два, три. Они все были живые, оказывается. Я думал, все-таки кто-то умер. Так, пацаны, сейчас поставлю много штук одинаковых. Очень жестких. Только их поставлю посреди лабиринта, чтобы было намного интереснее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7 монстров, каких-то неадекватных. Ну чё, Серега, пошлите все вместе. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой-ой! Они бегут все. А как выживать?
А вот выживай. Вот это жестко, я даже не хочу возрождаться. Пусть сначала убежит. Вот это он быстрый. Да ты задрал, урод! Серега нереально жестко мочит. Ой. А, ты с помощью меча прыгаешь. Ах ты хитрый. Молодец, моя школа. Вижу. Ой, тут паук. Это павук. Павлук. Опа! Павук. Они, получается, этот... Яму не могут перепрыгнуть. Они бегут, они башни бегут. Только они будут сюда бежать, и яму перепрыгиваю. Серега, или ты сюда? Опа! Дима! Да. Лучше туда не иди. А чё там? Вон они. Давай! Да ты смотри, что он делает. Ну давайте все-таки будем тут стоять смотреть. Как только они бегут, я сразу... Да блин, вы задрали, я уже боюсь игроков настоящих. Опа, опа, опа. Чё он из этот? На расстоянии же может убить. Я в яму падаю, Дима. Бегут! Упал! Да ладно, он перепрыгнул яму! Ах ты, зараза такая, а! Дима, смотри, у него на голове. А Серега, ты может задержишь, пока я мимо пройду? Ай, ты меня жгёшь! Извини. Сейчас, давай я пройду как-то аккуратно. Может, я и другой дорогой. Да зараза такой! Отвали, щенок! Как на мостик попасть? Что-то я не могу. А, я сам себя в тупик загнал, да? О, приближаюсь. Надеюсь, дадут. Ладно, хватит мне прыгать, я буду бегать, как вы. Давай, Сережка. Все в башню? А то... Так, поднимаемся. Ура, я в башне. Ну чё, где они? Сейчас к вам прибегут или за мной бегут, потому что я тут снизу бегаю еще в башню. Я их не вижу никого, видите? Бежит. О, а он не может подняться. Вот дурак, блин, убивает какой-то кабакой красной. Напердел. Это вот насрал и напердел вместе взятые. А, он такой лучом стреляет. Да, вон он, блин, ой, меня замочили. Так. Очень быстро. Мне кажется, от них вообще не убежать, да, от этих челиков? Бесполезно бежать. А! Да задрал! Чмошник! Димас, я заметил то, что они походу эволюционируют уже до фазы четвертой. Так, сейчас я еще поставлю этого же типа, только немножечко слабее. Готовы? Давай. Сейчас. О, я их вот тут поставлю на вышке всех. Нет, не нравится. А чё так много? А я это много, да, поставил их? Не знаю. Веселимся, ребята. Штук 20 поставил, надеюсь. Сюда. Но они не убивают с одного раза, они убивают с двух ударов. И они не такие быстрые, как кажется. Ой, ну слушай, ну какие-то нет. Черепахи. Черепадлы. Я на башне наконец-то, аллилуйя. Они сейчас за мной идут. Так, а я стою здесь. Уже идут, ого, их там. Ребята, помогите. Они на мосту все. А ну, придавит меня? Давай, закрывай. Закрывай. Да что ж вы? А может, давайте их все в бункере просто закрыли? Да что он не хочет? Подожди, давай его выманим и закроем. Давай. Он такой, знаешь, не сильно-то и мощный. Он открывается сразу само. Стоп. Давайте я его выманю, Иди да сюда. Он за мной агрится, подлюка такая. Блин, ай. Подмога пришла. Еще один. Пацаны, я пожертвую собой. А, мы тут не одни. Ох, их тут. Вы в бункере все? Все, не выходите. Да. Не выходите из бункера. Я сейчас возьму кое-что сделаю. Проверим, умрут они или нет. Все. Так, Гренвич. Исчезли. Не, типа. Не исчезли? Исчезли. Сейчас проверим, выживет бункер, спасет вас от взрыва или нет. Я в самом низу бункера, я живой. Вам слышно, что взрывы идут на карте? Нет. Да, вот. А чё они не умирают? Ни один не умер. Неправильно ты бомбу взорвал, дядя Дима. Сейчас. Ой, что творится снаружи. Пацаны, я к вам. Тут пропы колбасит, Дима, тут ты шкафчики все перевернул. Ну так это ж нормально, все сходится.
Лёжа тут. Давай ты, давай, какую ты бомбу можешь взорвать? Очень прикольные монстры. Напишите в комментариях, как вам эти монстры. Мне показалось, что они очень прикольные. Своеобразно, у них три вида есть. О, давай, Серега, стой. Давай мы сейчас сделаем последнюю стычку. Я поставлю самого главного из этих боссов. Давай. Поставлю три штуки. Раз, два, три. Ой-ой-ой, надо в лабиринт. Вот вы задрали. Они по лабиринту бегают. Не-не-не. Не могут, да, пройти жиробасы? О, нет. Ого, он что, прыгнул, что ли? Угу. Они подсадку друг другу делают, представляешь? Угу. Да ты задрал. Серега, давай, взрывай их. На одном спауне все спавнимся. Они не дают нам возродиться. О, я вижу, Серега, бомбу берет. Ой-ой-ой. А что это за бомба? Это не та, это не та бомба. Кстати, его очень сильно откинуло. Прям ДБЛ так откинуло. Да вы задрали, монстры вонючие. У них прям красная полоса за ними идет. Так, я отлетел подальше. Серега, я вижу, бомбы летят. Ну что, прощайте, монстряки. Ой-ой-ой. Да, умерли, наизично. Ух ты. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Фантом, Бульбазавр, Енот. Как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Привет. Все писали в комментариях, чтобы мы записали на карте лабиринт. И у нас сегодня сиреноголовый, мы будем выживать в лабиринте. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. Пацаны, разбегайтесь, потому что через 20 секунд он будет нас уже мочить по всей карте. Такая тишина. Все бегут по карте по-любому, да? Сиреноголовый жесткий у нас. Только ты ж, крошка, немножко так по-человечески к нам относись. Стараюсь. Постараешься. Я знаю тебя, ты сможешь. В тебя верят очень много человек. Я на самом верху. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Помогите набрать нам 1 000 000 подписчиков, потому что осталось 95 тысяч. Или 94 уже. Вижу, на крыше Пикачу прыгает. Ты, кстати, нет. Знаешь, что ты можешь лазить по крыше? А, ух ты, все. Ты можешь за пилпаки лазить. Не надо. Да ты уже должен был давно уже бежать и всех мочить. Я бегу. Беги со всей силы. Пацаны, давайте все. Быстрее, Бенди, кто за Бенди? Быстрее. У меня жопка аж пригорейшн. Вижу. Давай, быстрее. Ведь Димас. Так. Нашел енотку. Фух, отлично, убил? Нет, не убил. Пацаны, попал. Все тут. Кстати, вы знаете, что если очень аккуратно прыгнуть, можно зацепиться за ту лестницу. Поэтому я на это и надеюсь, что когда он начнет к нам лезть, я зацеплюсь. Кстати, знаете что? Он же не знает этот лабиринт, он не сможет его даже быстро к нам сюда попасть. Надо знание. Через какую-то определенную сторону можно сюда пройти. Я знаю, мы уже снимали на этой карте. Нет, ты не знаешь. Я знаю. Нет. А ты кого-то мочишь там? Я пытаюсь убить енотку, но не могу. О, все. Я, кстати, вот этот взял камеру и зазумил тебя. Привет. С настоящий этот ютубер. Везде с камеры, даже в Гаррис Моде. Он лезет. Пацаны, готовьтесь. Готовьтесь перепрыгивать на ту лестницу. Тихо. Я живу. Нет, стой. Я живу. Иди сюда. Да отвали от меня. Да блин. Бенди, вали. Быстрее. Жопка пригорейшн, я так боюсь тебя. Так, он пошел. За кем-то он гоняется, хочет убить его. Так. Я так испугался, думал, что ты сиреноголовый. Так, а у меня жизни. А, у меня 100 жизни. Он тратил жизни, но не у меня. Так, пытается замочить кого-то. Я не знаю, конечно, это выживание в лабиринте, это выживание на вышке. Я сейчас буду прыгать очень аккуратно. О, пацаны, вы знаете, есть ли мод на парашют? Есть. А если я прыгну и перед самой землей нажму 2 прыжок, я выживу? Да. Но если не успеешь, начни нажать. Это 10 хп всего потратится, потому что у нас галочка реалистичное падение отключена. Так, вы сейчас друг друга замочите. Давай. Такое все маленькое. Фантом.
Лезет, лезет, лезет к нам. Вот он, вот он. Слез. На тебе. Ты что делаешь, Пикачушка? Я не знаю. Я не могу я по нему попасть. Тяжело, да, попасть? Очень. Мне нравится. Веселое выживание. Кстати, двойной прыжок. Можно с вышки на вышку и так перепрыгивать. Смотрите, лестница не нужна. Жир? Смотри, оп, оп. Чпонь. Красота. Представляю, кто-то двойным прыжком так прыгает и в воздухе. Да-да-да. Кстати, что он там ходит? Взял другого, взял скоростного, кстати, сиреноголового. Давай-давай, я в тебя верю. Знания лабиринта и навыки выживания тебе помогут. Зажали. Зажали, нашел. Да, демоны? Ох, как он быстро добьет. Нифига себе, кстати, этот. У тебя он быстрый по сравнению с тем, кто на жопе лазит, красный. Пик. Иди сюда. Вон. Ого. Я могу несколько ударов сразу же делать. Да? Да, двумя руками и головой иди. Ты чё, в UFC переиграл? Да. Так, а я буду чекать. Их вас двое уже там внизу. Я тоже буду спрыгивать, пацаны. Чё бы и не повыживать. Калабунга! Второй прыжок. А, блин, не повезло. Второй прыжок мне не помог. Иди сюда, Дима. Так, это ты там? Зря я спрыгнул, зря я спрыгнул. Ну, я могу выжить еще как-нибудь. Да отвали, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я успел. А сколько у меня? Блин, у меня 90 жизней. А, так это мое падение было. Ты что, сзади пытаешься меня убить? Нет. Блин, я падаю, дерьмо. Ну, пожалуйста, ну не убивай. Ну не убивай, пожалуйста. Я добрый. Ладно, 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 я валю сюда. Я вспомнил, что на вышке я забыл кусочек хлебушка. Да, да, отвали, пожалуйста, хочется выжить. Ой-ой-ой-ой-ой. Убил, 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 крошка-крошка. Это ж... Ты мышку не поломал там случайно, не? Я старался. Это ж ты так хотел меня убить. Так у тебя получилось. Твои старания были не зря. Ну стой, фантом. Кстати, почему нету, которые тпхаются? Так бы было прикольно, да? Я своему уже сколько подсрачников сделал. А нет, у вас четверо. Да, на тебе. Есть фантом, пятеро. Давай я с фантомом пойду вместе, вот так будет веселее. Построили. Что вы там наверху сидите, слазьте? Ну? Да не, мы сейчас, короче, лезет один по одной лестнице, другой по другой. А третий ждет внизу. Я боюсь. Не боись, а не боюсь. Я тебя всего лишь за ребро укушу. Не-не-не-не-не. Вот он упал сверху. Вот, блин. Быстрее. Давай-давай-давай-давай-давай. Нас тут столько штук, что мы по-любому убьем кого-то из... Они... А ты спрыгни. Нечестно. Так, пацаны, давайте. Я, короче, на левую башню лезу. Кто-то на правую. Я бегу на правую. А третий внизу ждет. Делаем засаду этому челепиздрику. Так, давайте я жду. Кто лезет на правую башню? Я. Им не будет как куда деваться, как спрыгнуть вниз. А внизу нас ждет. Капхед прыгнул! Летит вниз, летит вниз! Тих. Ах ты, подлец! Вот он, вот он! Нет, это ты. Это я. Мочишь? Очень. Блин, у него маленький скин, так будет тяжело попасть. В следующем раунде возьму какой-нибудь побольше. Почему они сделают оружие у сиреноголовых, типа он орёт громко и энергия, ну, жизни тратится на каком-то определенном расстоянии? Было бы прикольно, в принципе. Может, сделают в дальнейших разработчики так? Я бегаю по лабиринту, вообще не знаю, куда иду. Да? Ой, вижу, вижу. Иди к вышкам, мы тебя там ждем. Будешь... Антирост. Давай, короче, мы тебя сделаем, будешь один из нас. У тебя будет очень много жизни. Ты будешь сильный. Ты сможешь не очень желаешь. Быстро ходить и высоко видеть. Давай, иди к нам. Так, где давайте я? Тут полын дай. Может, тут кто-то? Кстати, на этой карте можно записать прятки. Так что, ребята, давайте, если... соберется 5000 лайков, мы сразу запишем здесь прятки. Но прятки не простые. Прятки будут золотые. Не буду спойлерить. Так. Нет, бульбазавр еще остался вроде. Мы не можем. Да? Он засранец, он бегает поверху. Так, давайте я залезу на вышку, буду оттуда чекать, где он. Я на спауне, ребят. Ты на спауне. Хорошо, бегу. А я буду лететь на shift, потому что очень долго. Вот кто это у нас стоит? Метрокоп, да? А, он один из нас, а мы его мочим сразу. Он в воде, он в воде. Тонем, медленно тонем, но уверенно. Почему обзор как у не...
ни у кого в доме. Ничего не видно. Как в черном доме. Да, как в черном доме. Хотите? Я вас обманул, я во втором лабиринте. А тут сколько лабиринтов? Два. Один два. Подземный? Да. Я так у меня нет ночного зрения, я же ничего а не у меня вижу. Есть. Угу. Ладно, угу. Я вышел. Вас я сделаю вот так вот. Ага, его не работает. Ты когда только вселяешься, да? Понял. Так, ну, пацаны, ладно. Реально не могу его найти, что делать? Я очень маленький. Ты в подземном лабиринте, да? Уже нет, я убежал. А, ты вздумал... Я ему не верю. Ты вздумал с нами шутки шутить. Убили. Ой-ой-ой-ой-ой, красота. Ой, пацаны, жопка пригорейшн. Хорошо, берите все сиреноголовых, сейчас сделаем эксперимент. Какой? Сейчас увидите. Я ж не могу подсказку вам... Подсказку даю. Все, давайте вот тут на пятачке все жду вас. Это бомба, ё-моё. Это не бомбы! Я не верю. Это не бомба, пацаны, не ссыте. Я спрятался под мостик. Мне кажется, такого еще никто не выживал. Я выживу. Не-не-не-не-не. Ого, ребята, у меня аж подлагивает. У меня не лагает. Не лагает? У меня тоже да. Не лагает. Все еще хорошо. А вот сейчас... К сожалению, нет. Ой-ой-ой, хорошо, что я отлетаю. Вот это радиус взрыва! Просто нереальный! Я за карту аж вылетел. Не лагает. Не лагает? И ты что, живой остался? Да, я живой. Все, вот, хорошо, одна из самых мощных бомб в этой игре. Которая просто взрывная. Не ядерная, чтобы вы понимали. Бомба? Нет. Царь-бомба это ядерная. Нет, вообще даже не сложно. Ты чё столько бомб? Ого. Я сгорел заживо в воздухе. Я живой. Вот это жесть. На Новый год так делают обычно. И хитро, ну что ж, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. О, вот это взрыв. Да.